Добрый вечер. Okay. Да. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я поздравляю вас с тем, что мы перешли к книге «Шмот». И вот у меня на экране «Шмот. Начало второго перека». Собственно, когда я уже стал более или менее серьезно заниматься Торой, и по первому разу, и по второму, и по третьему Тору прочел, то при очередном чтении у меня вызвал полное удивление вообще, сбило с ног начало второго перека книги «Шмот». Что здесь написано? «И пошел муж из дома Леви, и взял дочь Леви, и забеременела жена, и родила сына, и увидела его, что он хорош там», ну и далее по тексту. Что на меня произвело совершенно сногсшибательное впечатление. Смотрите, Тора очень серьезно относится к тому, что сегодня называется генеалогия. Кто кого родил, как звали первую жену, как звали вторую жену, третью, четвертую, как звали детей, внуков и так далее. И мы на самом деле, скажем, родословную Авраама Авину можем прорисовать от Адама Ришон. Все поколения прописаны. И первый раз, и единственный раз в Торе, еще там в паре мест в Танахе будет, когда поименован муж и не поименована жена. А вот здесь муж из дома Леви, да, между прочим, в колене Леви на это время, на время исхода, было больше 20 тысяч мужчин призывного возраста. Да? То есть один из 20 тысяч. И взял дочь Леви, одну из тоже там порядка 20 тысяч. Что за дела? Почему не сказано? Более того, они родили сына, и этот сын, как если мы почитаем еще пару периков вперед, мы поймем, что этот сын – это вождь еврейского народа. Но они родили сына, и более ничего. То есть везде было написано «И родил Авраам сына, и назвал его Ицхак». «И родил Ицхак сыновей, и назвал их так и так». «И родил Яаков сыновей». И там, ну, частично жены, частично он давали имена своим сыновьям. А здесь только подчеркнут семейный статус. Есть муж, есть жена, есть сын, в дальнейшем будет сестра, еще появится у этого сына. И никаких имен, полная обезличка. Почему? И мне очень захотелось понять, по крайней мере для себя, я подчеркиваю, что все, что я дальше буду рассказывать, это чистой воды гипотеза, и ни у Раши, ни у кого из других комментаторов Торы я ничего подобного не видел. Но дело в том, что Раши жил в то время, когда то, о чем я буду рассказывать, еще не было общепринятым. Сегодня это как бы достаточно широко развитая практика в цивилизованных странах, и мне показалось, что начало этой практики было вот тогда, грубо говоря, 3500 лет тому назад. Значит, если мы вспомним, что было написано в первом перике книги «Шмот», то там описываются всевозможные притеснения и мучения, которым подвергся еврейский народ в Египте. Значит, если во времена Йосефа еврейский народ занимал привилегированное, ну, народ, семья Яакова, да, занимала привилегированное положение, то есть, сказать, Йосеф был все-таки вице-фараоном там, или премьер-министром Египта, как хотите, а братья его стали пастухами фараоновых стад, что тоже немалая должность в Египте, то когда умер Йосеф и все то поколение, и через какое-то время пришел фараон, который уже не знал Йосефа, положение еврейского народа в Египте кардинально изменилось.
И, значит, вот рабский труд с глиной и кирпичами, и всякая работа везде и всюду. Но, тем не менее, несмотря на все мучения и притеснения, еврейский народ в Египте умножался весьма. Так сказано в Торе. Фараон пробует ограничить демографическую опасность для себя, пытаясь уничтожать новорожденных еврейских мальчиков и сохраняя для Египта жизненный потенциал девочек. Да, откуда мы знаем, что у еврейских девочек особо большой жизненный потенциал? Тора это нам описывает, что, во-первых, еврейки рожали часто, а во-вторых, в отличие от египтянок, они даже могли обходиться без помощи акушерок. У них как-то все это получалось легко и просто, по крайней мере, так нам Тора говорит. Тут есть еще разговор на тему, чем мальчик отличается от девочки, что мальчик это носитель национальной памяти. Поэтому, если мы уничтожаем мальчика, выставляем девочек, то тем самым вот в популяции еврейского народа национальная память, национальная традиция будет искоренена. Значит, вот что пытается делать фараон. Но замысел его проваливается, потому что еврейские акушерки не исполняли его приказ. И тогда, в такой уже буквально паранойи антисемитизма, фараон принимает решение произвести геноцид собственного народа. И приказал Паро всему народу своему, сказав: «Всякого сына родившегося в реку бросайте, а всякую дочь оживляйте». Шмот 1:20. То есть я обращаю ваше внимание на то, что здесь уже речь не идет о специфическом геноциде еврейского народа. Речь идет о том, что, опасаясь вот этого вот усиления еврейского народа, фараон готов уничтожить всех мальчиков, в том числе своих собственных египетских, что вообще, надо сказать, выглядит достаточно чудовищно. И вот после этого, а может быть, вследствие этого, да, я вовсе не утверждаю, что после означает вследствие, но тем не менее, в доме Паро возникает проблема. Проблема состоит в следующем. Тора нигде не упоминает сыновей или внуков фараона. Возможно, в семье у фараона была одна единственная, причем сама бездетная дочь. И на самом деле объяснение этому факту сегодняшняя историческая наука, археология, она знает, собственно, почему в Египте не было длинных династий фараонов. Да, то есть такой династии, как династия Романовых, да, которая 300 с лишним лет просуществовала в России, в Египте ничего подобного не было. У них количество династий двузначными числами обозначалось, и буквально через там 2-3 поколения династии менялись. Не было наследника, и кто-то другой приходил на трон фараона. Причина этому была такая. В египетской знати был обычай жениться на собственных родных сестрах. Вообще на родственниках, но если в доме фараона был сын и дочь, то они становились мужем и женой. Естественно, чисто медицински, чисто биологически, такие браки часто бывают бездетными или производят бездетное потомство. Так вот, ситуация, которая возникла в доме фараона, что есть дочь, принцесса, но сына нет, и принцесса бездетна. То есть нет ни сына, ни внука. И таким образом была потребность в возникновении египетского наследника.
Потому что времена царицы Нефертити или Клеопатры еще не наступили, когда женщина спокойно занимала должность фараона и правила страной. Только до этого еще больше тысячи лет, а сегодня на престоле ждут, сегодня, простите, в то время, о котором идет речь, ждут наследника мужчину. И на роль такого наследника необходим ребенок. Так вот. Гипотеза моя состоит в следующем. Во втором перике книги Шмот Тора предъявляет нам древнейший договор о суррогатном материнстве. Внимание, да? Договор о суррогатном материнстве. И тогда все становится на свои места. Понятно, что имя отца и матери этого ребенка, так сказать, для истории абсолютно не важно, кто бы они ни были, да? Имя самого ребенка в момент его родов, да, вот когда забеременела жена и родила сына, как его зовут, а вот как его назовет женщина, которая сделала заказ, да, вот так его и будут звать. А до этой женщины он еще сын не добрался. Это момент номер один. Момент номер два, который требует объяснения. И родила сына, и увидела его, что хорош он, и прятала его 3 месяца. Вот что это такое за удивительное, и прятала его 3 месяца? А почему не месяц? А почему не полгода? Почему прятала 3 месяца? С точки зрения договора о суррогатном материнстве объяснение предельно просто. Смотрите, принцесса египетская должна симулировать беременность. Для всех окружающих это она должна родить ребенка. Да? То есть, если сегодня суррогатное материнство осуществляется, как правило, вообще в другой стране, то есть где-то родили, откуда-то привезли, это наш ребенок, родился, и все. То здесь переезд в другую страну невозможен, скрыться из дворца на долгое время, а потом вернуться, вот я родила, тоже невозможно. Значит, нужно как-то симулировать беременность. Но убедившись, что эта женщина из дома Леви, с которой заключен договор, беременна, и в этот же момент самой начать симулировать беременность нельзя. Почему? Отвечаю. УЗИ тогда не было. И нужно было, так сказать, вот произвести эту симуляцию беременности, убедившись, что родился мальчик, и увидела его, что хорош он. Сама фраза, кстати, если вынести за скобки договор о суррогатном материнстве, то фраза «и родила сына, и увидела его, что хорош он, и прятала его 3 месяца», фраза звучит дико. А что, для матери любой ребенок нехорош? А что, мать не захочет спасти любого своего ребенка? А вот здесь все понятно. Во-первых, должен был быть сын. Во-вторых, сын должен быть качественный, здоровенький, что называется, и родился ребенок без порока. Да? А теперь, в этот момент, когда родился здоровый сын, его надо спрятать. Почему? А потому что в этот момент принцесса начинает подкладывать под платье подушечки и демонстрировать рост животика. И, так сказать, все знакомы с рождением ребенка, все знают, что именно как раз 7-й месяц, начало 7-го месяца, это то время, когда невооруженным глазом можно увидеть округлившийся животик. Да, на 1-2 месяце внешние признаки беременности незаметны. А вот здесь начала принцесса подкладывать подушечки и начала симулировать свою беременность. И прятала его ровно 3 месяца,
так сказать, вот принцесса довела свой внешний облик до вполне глубоко беременной женщины, которая уже, что называется, в последнюю неделю сейчас собирается родить. И тогда, обращаю внимание, что написано дальше. В плохом русском переводе написано, что значит, положила ребенка в ковчег, там обмазала глиной и смолой, понятно, и пустила по Нилу, да, в плаванье. И ковчег случайно приплыл туда, где купалась принцесса. Значит, в оригинале, конечно, все не так. В оригинале, в дословном переводе, я обращаю ваше внимание, что в руках у меня вот она, белая книга, где все это можно по-русски прочитать, дословный перевод ивритского текста, там написано. И взяла ему ковчег из гоме. Ну, гоме – это что-то такое растительное. Большинство комментаторов сходятся на том, что это стебли лотоса, да, то есть такая корзинка из лотоса. И обмазала его глиной и смолой, и положила в него ребенка, и положила в тростнике у берега реки. То есть не пустила в плавание Хасва Халила, а положила в специально оговоренное место. И встала сестра его издалека узнать, что сделано будет ему. И дальше, это второе, конечно, второй момент этого перека, который меня просто сбил с ног. И спустилась дочь Паро купаться к реке, и служанки ее идут рядом с рекой, и увидела ковчег в середине тростника и послала рабыню свою. Значит, простите меня, есть место, где купается дочь фараона. Я не знаю, так сказать, в курсе ли слушатели, но я вам должен честно сказать, что фараон был в Египте, фараон и семья фараона, понятно, и жена фараона, и дочь фараона. Это были боги на земле, да, ну, Египет при большинстве фараонов не отличался монотеизмом, там было богов много, в частности, один из богов, существовавших на земле, это был фараон. И его божественная сущность проявлялась в частности в том, что фараон не имел естественных отправлений человеческих. Вот не было у него такого, да? А как же он выходил из положения? А он утречком шел в реку Нил, заходил в воду и выходил из воды. И, так сказать, на виду у трудящихся никаких естественных отправлений у него не было. Естественно, все, что ему надо, он делал, все вот это. Так вот, я задам вам вопрос. Как вы себе представляете, на место купания фараона или на место купания членов его семьи, в принципе, могли бы попасть посторонние? Вот я утверждаю, что если бы кто-то, посторонний человек, просто попытался бы увидеть купающуюся принцессу, то это были бы последние там 5-10 минут его жизни. То есть голову бы ему отрубили, или я не знаю, каким способом приводились в исполнение тогда приговоры по египетским традициям. Но то, что он, увидев купающуюся принцессу, не остался бы в живых, это 100%. Итак, сам факт, что вот эта вот женщина из дома Леви пришла на то место. Видите, она же не пустила ковчег плавать. Она положила в тростнике у берега реки. То есть она конкретно пришла на то место, где должна была купаться дочь фараона. И тот факт, что она туда пришла и она оттуда ушла, свидетельствует о том, что это было подготовлено и договорено. И здесь надо посмотреть на то, что Тора нам говорит. «И пошел муж из дома Леви и взял дочь Леви». Дважды повторяется, что семья родителей Моше Рабейну
Это семья из колена Леви. И тут надо вспомнить, что колено Леви в Египте занималось сохранением традиции. И в качестве такового они не привлекались к общим работам, они не занимались кирпичом и глиной и всяким трудом тяжким, не строили пирамиды и не строили города Питом и Рамзес. Они занимались сохранением еврейской традиции. И статус их примерно соответствовал статусу египетских жрецов. И в качестве таковых они, конечно, могли иметь контакты с домом фараона. Именно поэтому договор о суррогатном материнстве был заключен с семьей из колена Леви, потому что они с домом фараона контактировали, и там могли выбрать, я не знаю, семью самую красивую, самую плодовитую, самую здоровенькую, там и так далее, и так далее. Вот, и как статья этого договора, естественно, было сказано, где надо будет оставить ребенка. Вот в конкретном месте, куда его и принесли. И более того, эта семья настолько, так сказать, получила права посетить это место, что не только мать вот с этим ковчегом пришла в это место, но еще и сестра его встала издалека узнать, что сделано будет ему. То есть посмотреть, как закончится этот договор. Смотрим дальше. И спустилась дочь Паро купаться к реке. Да? То есть вот она идет на свое обычное утреннее купание. И служанки ее идут рядом с рекой. Причем вот это рядом, это не рядом. Это на самом деле не очень хороший перевод. Совсем дословный перевод был бы такой. И служанки ее идут не очень рядом с рекой. То есть вот дочь фараона идет прямо по береговой линии, а служанки где-то слегка в стороне. Так сказать, то ли это было принято, чтобы даже служанки не видели, как принцесса раздевается и погружается в воду, то ли она специально их отослала, и рядом с принцессой находится единственная рабыня. Причем вот слово «рабыня» здесь конкретно, оно однокоренное со словом «локоть» или «рука». То есть это наиболее приближенная к принцессе женщина. То есть вот когда принцесса будет купаться, разумеется, она не своими руками снимет платье там или что на ней есть, ей должна вот эта вот рабыня помочь, и вот она единственная, кто рядом с ней. Она единственный свидетель купания принцессы. И на глазах этой рабыни разыгрывается сцена неожиданных родов. И увидела ковчег в середине тростника, и послала рабыню свою, и взяла его, и открыла, и увидела ребенка. И вот мальчик плачет, и сжалилась на ним, и сказала из детей Еврим этот. То есть как бы в этот момент происходят роды. И эта рабыня не просто раздевает принцессу, она убирает вот эти накладные подушки, и вот есть мальчик. И существует, значит, интересное соображение. А как же так? Ведь если этот мальчик из детей Иврим, как следствие обрезанный, а как же его можно принять за дочь принцессы, за сына принцессы? Ответ крайне прост. Значит, у египетской знати, у фараона и у как это называется, чиновников верхнего уровня, главных жрецов, там, так сказать, министров и все такое, обряд обрезания имел место быть. Так сказать, я не знаю, являлся ли он заветом с богом Озирисом или из каких других соображений, но раскопки мумий египетских четко показывают, поскольку мумия прекрасно сохраняется, да, и
кожные покровы у мумии сохраняются, и все там, так сказать, видно. И мы точно знаем, что египетская знать вся была обрезанная. Поэтому то, что ребенок обрезан, это, так сказать, не вызывает никаких проблем. Значит, проблема в другом. Проблема в том, что у принцессы нет молока. Естественно. Рожала-то, в конце концов, не она. Вот. Рожала реальная мама из рода Леви. Молока у принцессы нет, а ребенка надо кормить. И как это все объяснять во дворце, давайте лучше не будем. И сказала сестра его дочери Паро: а пойду и позову тебе женщину-кормилицу из Эвриот, и выкормят тебе ребенка. И сказала ей дочь Паро: пойди. И пошла девушка, и девушке в этот момент, простите, 10 лет от роду, да, ну, девочка, по-ихнему девушка. И позвала мать ребенка, которая тоже была где-то недалеко. То есть их всех, их обоих вместе с коробкой с маленьким пустили на эту особо охраняемую территорию. И сказала ей дочь Паро: возьми ребенка этого и выкорми его мне, и я дам награду твою. И взяла жена ребенка и выкормила его. Понятно, что здесь в слове награда имеется в виду стоимость договора о суррогатном материнстве, то есть ты получишь все, что тебе положено. И вырос ребенок, и привела его к дочери Паро, и стал ей сыном. И назвала имя его Моше, и сказала: ведь из воды вытащила я его. Да, ну, вообще, Моше – это слово египетское, и оно означает или сын, или вода. Да, поэтому вот и назвала его имя Моше – сын, или из воды вытащила я его. Да. Скажем, имя египетского фараона Рамсес, ну, Шеесе, понятно, это одно и то же, да, одна и та же буква, отличающаяся огласовками. Так вот, Рамсе означает сын бога Ра. Да? Значит, Моше – это Масе, Моше – это сын. Значит, я обращаю ваше внимание, что вот до самого-самого конца всей этой истории у Моше имени нет. Значит, интересно, что время кормления, да, период лактации в те времена, это было не полгода и даже не год, кормили детей до 2 и до 3 лет, поэтому Моше уже в собственной еврейской семье был достаточно взрослый, но по-прежнему никакого еврейского имени у него нет. Он безымянный, он ребенок. И вырос ребенок, а имени ему нет. И привела его к дочери Паро и стал ей сыном. То есть вот этот момент, 10-й пасук, завершение операции «Суррогатная мама». И только потом, и мы будем говорить об этом в следующий вторник, как раз когда будем говорить о следующем недельном разделе, мы узнаем имена папы Моше и мамы Моше и брата Моше, и, так сказать, Моше окажется вот одним из представителей еврейского народа. Здесь он никакой не еврей, он вырос ребенок, и он у дочери Паро, у него нет еврейского имени, и все рады и счастливы. Биологические родители счастливы спасением сына, фараон обретает наследника, а посторонние наблюдатели ни о чем не могут догадаться, так как всех нефараоновых мальчиков давно убивают. То есть здесь, так сказать, хэппи-энд, и Моше оказывается во дворце фараона.
Моше оставался принцем египетским до тех пор, пока не вырос духовно, вырос во дворце. И дальше он сделал свой выбор между египетским и еврейским. Откуда взялось еврейское? Знаете, хотя у него не было еврейского имени. А мы помним, что еврейское имя ребенка – это страшно важная вещь. И говорят наши мудрецы, что главная заслуга, которая, за которую мы были выведены из Египта, так вот главная наша заслуга состояла в том, что мы не забыли еврейские имена, что мы продолжали называть детей еврейскими именами. Так вот, Моше не получил еврейское имя, но, тем не менее, он первые где-то 2 или 3 года воспитывался в еврейской семье. И не только на генетическом уровне, но и на уровне первых вот лет своей жизни он получил определенную прививку, что ли, еврейства. Да? И вот уже потом, когда он вырос, и когда он вышел из дворца в окружающий мир и увидел, что есть египетское, а есть еще какое-то непонятное еврейское, и там он встанет реально перед выбором, да? Кто я, египтянин или еврей. Вот. И только годы спустя, очень долгое время спустя, встретившись со Всевышним у горящего куста, Моше услышит: «А не Аарон ли брат твой Леви?» Это 4-й перек книги Шмот. И потом, после, уже придя в Египет, он от родного брата старшего Аарона узнает свою подробную родословную. Но об этом мы будем говорить ровно через неделю. Спасибо за внимание, и какие ко мне есть вопросы? Господа и дамы, да, у нас есть дамы, замечательно. Это время задавать вопросы про суррогатное материнство, египетские обычаи и так дальше. Пожалуйста. Можно начать? Два вопроса. А, ну ладно. Сейчас, секундочку, кто-то начал говорить. Эмиль, полсекунды. Кто начал говорить? Я вроде начал. Лева или я? Ну ладно, ладно. Да, поднимайте руки, тогда будет 100% без обид. Но я услышал раньше Гришу. Гриша, давай. Прошу прощения, два вопроса. Значит, вот потом, после того, как Моше вырастет и убьет египтянина, собственно говоря, зачем ему убегать из Египта? Ну, подумаешь, что принц не может убить какого-то там простолюдина. Это вот одна мысль. А вторая, что потом уже, когда пожилой Моше вернется к в Египет, и уже там на престоле другой фараон. Как вы думаете, тот фараон знал, кто, собственно, к нему пришел, и что этот человек может быть претендентом на престол, как принц? Вот первый вопрос, он для меня не ясен. Может ли принц убить египтянина? Вообще Египет был правовое государство, и убить мог только тот, кто имел на это право. Просто так один убил другого – это непорядок. Вот. А вот второй вопрос очень интересный. Мог ли новый фараон считать Моше претендентом на престол? Значит, не могу сходу ответить, не хочу фантазировать, но вот у меня тема на следующий вторник определена, я туда включу эту идею и попытаюсь ее развернуть. Приходите в следующий вторник за ответ. Спасибо. Окей. Частично отбито. Ну хорошо, да. Эмиль, мы вас слушаем. Можно говорить? Да-да.
У меня как бы, ну, это я не знаю, такое вот, все это, конечно, любопытное, вот, но если уж подходить логически, так у меня вот два таких вопроса. Значит, если существовал такой закон о суррогатном материнстве и так далее, значит, наверное, это как-то было очень хорошо все обустроено, и не брать же в наследники фараона какого-то там из рабов еврейских, да, то есть или непонятно кого, кто где нашли, на, сказать, на улице, да, там на реке где-то. То есть, наверное, это как-то было организовано получше немножко, да. И вот это такой вопрос, может быть, еще сомнительный. А вот другой вопрос, значит, она родила ребенка сразу трехмесячного, то есть Моше был очень такой большой ребенок, насколько я знаю, все, то есть это одна из причин, почему нельзя было скрывать. То есть вот такие какие-то технические неувязки получаются. Нет, я прошу прощения. Никакого закона о суррогатном материнстве в те времена не было. И сейчас он есть не во всех странах мира. Да? А в те времена никакого закона не было. Это был такой очень сепаратный договор между египетской принцессой, и, кстати, мы обсуждали этот вопрос, это были не бесправные рабы, это было привилегированное колено, уровень которого, статус которого соответствовал египетскому жречеству. То есть это вполне были приличные люди. А потом, откуда взялся сын у принцессы, никто не знает. И никаких разговоров на тему о том, что это там сын евреев туда-сюда, вообще быть не может. Это сын принцессы. Я так предполагаю. Но это, как, знаете... С трехмесячным возрастом, как бы. Если она привела ребенка, как будто бы она его родила там и все. И кроме того, она привела там... его трехлетнего или двухлетнего, а не трехмесячного. Трехмесячного она его увидела. И тут же он уходит в свою еврейскую семью выкармливаться. А дальше он появляется во дворце двух-трехлетним, вполне выкормленным. Вот. Да, и она, о том, она, что она это еврейский ребенок. В это время она жила как бы отдельно и все. А как же с рождением, как же она разрешилась от родов, и она тоже должна была скрываться тогда. Почему? Ну, как ее видят, смотрите, что она разродилась, она была беременна, да. и вдруг что-то... Она была беременна. Значит, во-первых, я предполагаю, что у принцессы был муж. Был некий муж у нее, но не было детей, да? Вот не получалось. Прошло сколько-то лет, когда они живут семейной жизнью, детей не получается. Тогда устраивается вся эта контора. Иначе непонятно, откуда берется беременность принцессы. Иначе надо казнить какого-то там прелюбодея. Это же понятно. Ну, понятно. То есть есть муж, произошли роды, ребенок отправился к кормилице, а потом, 3 года спустя уже, какая разница, ему 3 года или 2 года 7 месяцев, или 3 года 2 месяца, это уже никого не волнует. Вот готовый выкормленный ребенок, сын принцессы, и она дает ему имя, и дальше он уже воспитывается как наследный принц. Никаких проблем. Понимаете, ну фараон там, ну он не видит своего внука, он не знает, где внук, он ничего не понимает, что случилось, почему нужно вскармливать ребенка где-то там, если у него есть такая вот, значит, кормилица, так ее, скорее всего, возьмут во двор, да, дадут ей там всякие хорошие условия, этот ребенок будет в хорошей колыбели, она будет его там приходить откармливать или там где-то ее жить. Я не знаю, как это скрытное прятать? Что тут уже прятать? Это большой праздник должен быть, да, что родился ребенок у принцессы и все такое. Ну, это нечто великое событие для Египта. Абсолютно родился верно. Наследник, носился наследник. Все это должно быть обставлено соответствующим образом. Она должна приходить, кормилица, жить где-то рядом там и быть при этих палатях там ее, и выкармливать этого ребенка, и на харчах египетских, так сказать, все это, так сказать, должно было быть как бы. Знаете, вот на этот вопрос у меня ответа нет. Потому что я не знаю, как был устроен дворец и жизнь дворца в Египте. Но я, например, знаю,
что в вполне приличном месте в Испании, в королевской Испании, 14 век, 15 век, значит, королева, собравшись родить кого-нибудь, удалялась на свою половину. Король занимается государственными делами, королева занимается родами. После того, как она кого-то родила, слава богу, здоровенького, ребенок вообще исчезает, он у кормилец, он где-то. И только во вполне выкормленном и вполне таком уже нормальном состоянии он появляется во дворце, предъявляется придворным и так далее. В те времена, вот я опять не знаю, как в Египте, но в Испании 14 века считалось, что ребенка до определенного возраста вообще нельзя никому показывать. Во избежание там сглазу, там заразы и прочего, и прочего. И он, так сказать, был абсолютно скрыт от всех придворных. Вот. Ну, может быть, и в Египте было в таком духе. Окей. Ну, хорошо, да. Мы какое-то время обсуждали технически эти самые подробности деторождения. Точного ответа нет. Миша Голосовский, который всегда отслеживает всякие подробности, танахические детали. Миша, у тебя есть что-то сказать на тему деторождения? Миша безмолвствует. Наверное, он сейчас не с нами. Ну, хорошо. Окей. Мы можем плавно перейти к другой теме. Второй, то бишь? Должны. Должны. Ну, хорошо. Во-первых, спасибо доктору Линицу. Нет, я здесь, но просто мне как бы... Я не могу спонтанно ответить. Мне нужно, так сказать... Переварить, да. Нет проблем. Хорошо, нет проблем. Мы записали, что ты перевариваешь. Александр Гамов. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день. Спасибо, Юрий, за такую хорошую презентацию. Это Гунтерс. Да, Гунтерс, здравствуйте. Рад вас видеть. И большое спасибо за приглашение. Я очень рад и очень... Высоко ценю вашу эту работу, что вы делаете. Большое спасибо. У меня два вопроса. Может, вы можете немножко свое вот это видение рассказать насчет отношений Леви с фараоном? И сколько я понимаю, скажем, Йосефский фараон – это что-то другое. И вот фараон, насчет которого мы сейчас говорим, это что-то другое. То есть да. И отношения, Йосефские отношения с фараоном, как бы мы так поняли, что испортились перед этим. Вот как остались вот эти отношения Леви вот с следующим фараоном? И вот немножко вот это разъяснить. Как, и вот какая там идея? То есть это заслуга Йосефа, что они выбрали именно еврейского мальчика, или вот как вы думаете на этот счет? И второй вопрос, я не знаю, это может быть на следующую тему относится, но вот мы говорили, что вот это мальчик, жена, и родила сына, и мы, наверное, знаем, что это Йохевед, да? Это мы потом будем знать. Да, но мы, может быть, знаем сегодня. Мне такой вот второй вопрос, если можно, если это на следующий... Пожалуйста, пожалуйста. Йохевед, вот если я правильно понял, из других тоже таких, как это будет по-русски, истоков. Источников, да. Источников, да, спасибо. Я извиняюсь, что мой русский... Ничего, нет проблем, нет проблем. У нас тоже проблемы с русским. Да, может быть, если я так непонятно говорю, тогда вы мне... Все хорошо. Скажите. Да, мне такой, я так слышал, что вот возраст Йохевед 130, и здесь рождение вот этого сына как бы тоже связано с рождением Авраама и Сары, что Сара тоже была как бы бесплодная, и в большой возрасте у нее Бог дал сына. Есть ли здесь какая-то связь или что-то я перепутал, поскольку все-таки здесь Моше второй сын уже, как бы уже был Арон старший? Значит, смотрите, на второй вопрос мне ответить легче. Да. Значит, это был, я забыл сказать, и спасибо вам за ваш вопрос, я забыл сказать одну вещь,
что до сих пор, до книги Шмот, все роды в еврейском народе, и рождение Ицхака, и рождение Яакова, и рождение его сыновей, все были проблемные. Везде было сначала бесплодие, долгое время, потом в результате каких-то обстоятельств удавалось родить и так далее. И всегда были проблемы со всеми поколениями наших праотцев. А вот здесь первый и единственный раз все получается прямо вот сказано. «И пошел муж из дома Леви и взял дочь Леви, и забеременела жена, и родила сына». То есть все происходит на раз, без каких-либо проблем. Но при этом этот сын уже как минимум третий ребенок в семье, потому что есть Мирьям, которая старше их, старше Моше на 10 лет, и есть Аарон, который старше Моше на 3 года. Мы это здесь сегодня не знаем, да, вот по второму перику мы это не можем сказать, но потом мы узнаем, да, когда они родились, все, что это уже третий ребенок. И здесь как раз впервые в истории у нас происходит все, что вот пришел муж, взял жену и родил ребенка без всяких проблем. Это момент номер один. А насчет... Первый ваш вопрос был о... Первый вопрос был насчет фараонов и левитов. Насчет фараонов. То есть это смотрите, уже второе как бы, поколение да. фараонов. Или сколько как... лет было Йохевед? Это да. Шейла. Значит, по разным подсчетам разный возраст. Да, у нас, между прочим, есть два принципиально разных расчета длительности египетского рабства. Есть одна система подсчета, по которой мы в Египте 400 лет, и, собственно, Тора нам называет цифру 400 лет, но есть система подсчета, и она на минуточку основана на мнении Раши, что рабство было 210 лет, а не 400. И поэтому там, так сказать, все. Совершенно однозначно, что фараон, который был вот здесь, в этой ситуации, это не тот фараон, который был при Йосефе. Это тот фараон, который не знал Йосефа. Или уже кто-то из его потомков. Потому что здесь речь идет о убийстве мальчиков там и проклятом геноциде. Это момент номер два. И момент номер три. Значит, какое отношение имели Леви? То, о чем я говорил, что Леви, они не были рабами, что Леви имели статус египетских жрецов. И в силу таковых они имели контакт с домом фараона, потому что фараон с разными жрецами по разным поводам общался. С этими по поводу урожая, с этими по поводу войны, с этими по поводу погоды и так далее, и так далее. То есть со жрецами дом фараона общался, и этим определяется выбор, так сказать, что именно вот эта вот семья Леви. Это момент номер два. И потом, так сказать, то, о чем нам Тора говорит, что по сравнению с чистокровными египтянами, у которых были какие-то уже генетически обусловленные проблемы с рождением детей, еврейский народ оказался очень таким живым и полным жизненной энергии, и поэтому выбрали вот такую семью для того, чтобы привнести жизненную энергию в династию фараона. Вот что мне кажется. Окей. Ну, более-менее я... Прошу прощения, да. что я себя... Пора, наверное, перейти. Да-да, что я себя, то, что называется, духев продвигаю, да. иначе мы выйдем за рамки временные. Хорошо? Да. Все. Унтерас слиха, если я как-то себя не очень повел либерально. Не-не-не, спасибо. Я да. так... Я понял. Ну, окей. наверное, на, буду, там, на следующий урок уже будет. Да, правильно. Да, окей. Спасибо. Хорошо, тогда мы переходим к следующему... этапу. Значит, я вот хотел немножко по-другому его сделать. Я прошу прощения, вот вы видите, да? Смотрите, во-первых,
общее сообщение, да, я думаю, правильно у нас сейчас будет. Мы сейчас занимались такими, с помощью доктора Ленеца, некоторыми микроделами, рождаемость, подробность, детали и все прочее. А вот мне очень хотелось до вас довести вступление Ханан Парата, да, вот, кстати, ну, сейчас демонстрация экрана, к его второй книге, второму Хумашу Шмот, общее как бы введение в книгу Шмот. Мне это очень понравилось, очень как бы меня, так сказать, взбудило, если так можно сказать. Я хотел с вами поделиться, там как бы самые общие вещи, и, может быть, это будет интересно для того, чтобы как раз как бы совместить это с первым выступлением, которое носило более микроскопический характер. Окей, теперь еще второй момент. Я все-таки посчитал правильно на этот раз, и, может быть, на другие тоже. Смотрите, я понимаю, что народу как бы, наверное, большинству приятнее, правильнее и спокойнее, когда лектор излагает все по-русски. Это как бы некоторое изложение некоторых принципов. Но поскольку я являюсь очень как бы сторонником, вообще говоря, иврита, изучения иврита, и считаю, что есть даже не только мелодия иврита, а есть определенный смысл в ивритских словах, и тоже как бы написано, как известно, на иврите. Поэтому, мне кажется, есть смысл иногда, ну вот, может быть, в этот раз, например, все-таки читать иврит и переводить. И для тех, кто изучает иврит, это поможет. Для тех, кто будет смотреть записи, это, может быть, тоже будет. Быть ближе как бы к источнику, и к источнику Торы, и к источнику комментатора. Да? А те, кто не знает иврита, может быть, это как-то подвигнет для того, чтобы начать изучать иврит. Окей? Я прошу прощения, что вот тут есть всякие подчеркухи на русском, это я как бы готовился, но потом решил все-таки идти по еврейскому тексту. Ну хорошо, это было некоторое объяснение. Итак, пишет Ханан Парат, да? «Маавар ми брешит лишмот, у маавар ми сварим шель ихидим лэ сифра шеля ума». Что это означает? Очень интересно. Он говорит, что переход от книги брешит к книге шмот – это по существу переход от книг Ихидим. Ихидим – это индивидуумы, это персонали, да, это имеется в виду Авраам, Искак и Яков, да. Лес сифра шеля ума. Сифра шеля ума – книга нации. Ну, по-моему, нация – не очень хорошее слово, по-русски не знаю. Это книга народов. Вот это интересно, да, вот это как бы глобальный переход. Дальше. Бесефер брешит манихим авото ума Авраам, Искак и Яков – это исудот лабиньян бейт Исраэль. Дальше он говорит, что в книге брешит про отцы Авраам, Ицхак и Яков, они закладывают основы фундамента здания Бейт Исраэль. Есть как бы различия, да, концептуальные между тем, когда говорит, например, Исраэлим, Иудим, то есть израильтяне, евреи, Исраэль в данном случае это может быть как государство. Когда говорится Бейт Исраэль, это имеется в виду, как я понимаю, Киилат Бейт Исраэль. Это все евреи во всех поколениях, они составляют Бейт Исраэль. Перевод дословный «Дом Израиля». Да? И пишет дальше. «Бусиюмо ану идим ле смехата шель мишпатха рахава». А в конце книги, чем кончается книга Брешит? Что мы видим, становимся свидетелями расцвета огромной широкой семьи, как бы, многодетный, как сегодня говорят по-русски, да, а Йоредет Мисраева Бешевим Нефеш, которая спускается в Египет, как мы знаем, в начале было, и Тора это подчеркивает, 70 душ. А вот дальше начинается очень интересная тема. Вот постарайтесь как бы проследить за ней, мне она очень понравилась. Пиш Ханан Парад. Ахрак Бегалут Мисраем Уфех Бейт Яков Мимиш Пахалеам. Но только в Галуте, в египетском Галуте, превращается Бейт Яаков. Бейт Яаков – это дом Якова, в смысле вот эти 70 душ, но которые не были просто 70 душ, как бы, я не знаю, раскиданы их почему-то. Да? Как, например, это я сейчас от себятину говорю, да? Невозможно было бы сказать Бейт Яудим Брито Маацот. Дом евреев Советского Союза. Почему? Потому что мы были раскиданы. Никакого дома не было. Вся идея как бы власти была раскидать, чтобы это никакого дома не было. Здесь подчеркиваю, что это именно Бейт Яаков. То есть Бейт Яаков – это вот некоторая киила, коммуна, да?
она превращается в народ. И потрясающе, что вот это преобразование, то есть существенное концептуальное преобразование, оно происходит именно в Галуте. Вэаришона шемизе тофау удавка пар-а-пар-ада. Вэаришон шемизе тофазу удавка пар-о-раша. И вторая очень интересная мысль. И примечательно, что первый, кто видит это изменение, чувствует это изменение, которое произошло, это именно злодей-фараон, который называет Бейт Яаков, он называет народом, как сказано в книге Шмот, посмотрите, 1 глава, 9 стих. «Ине ам бней Исраэль рабы отцу мимену». Вот, дальше, а дальше говорит «ам бней Исраэль». Народ сыновей Израиля, рава отцу мимену, который огромный и могущественный, даже мимену. Мимену, знаете, есть мимену всегда, может быть, более могущественный, чем мы, либо могущественный от нас. Ты взял могущество от нас, стал богатым от нас, украл у нас и так дальше, либо даже более могущественный, чем мы. Но интересно, что именно фараон – это тот, кто первый видит эту разницу, которая произошла. И он называет Бне Исраэль Ам. На мой взгляд, это очень интересная мысль. Итак, а дальше, смотрите, какая потрясающая штука. Мне, например, это в голову никогда не приходило. Наверное, многие из вас знают, как в декларации независимости Израиля, которую провозгласил Бен-Гурион, да, 5 ияра 1948 года. Что там написано? Написано «Беэрец Исраэль кам Ама Иуди», а именно «в земле Израиля встал, возник, сформировался народ Израиля». Но пишет Ханан Парад «Уфхен ло», но не так, как сказано в Декларации независимости. Так начинается Декларация независимости. Он объясняет, что действительно идея была, почему, по-видимому, те, кто написали Декларацию независимости, они хотели подчеркнуть связь между евреями, да, между Ам-Исраэлем, между народом Израиля и землей. Вся идея была борьба за землю. И поэтому они, как пишет Ханан Парад, шихтеву, вот здесь вот это вот слово, честно, лешахтев. Лешахтев – это вообще переписывать. И поэтому они переписали историю в какой-то степени. Почему? Потому что по-настоящему, по тому, как это действительно было в историческом процессе, именно Берец Мицраим Кама Иуди, а именно в земле египетской возник, сформировался народ Израиля, а не в земле Израиля. И в этом, подчеркивает Ханан Парад, капитальное различие. Он пишет «Бешоне миколь амей аулам». В отличие от всех народов земли, да, которые формируются на их исторической роде, в результате некоторого исторического процесса, из племен превращаются в это, у них есть общество, географическое, языковое и так дальше. А у евреев было совсем по-другому. Это было совсем не связано с их географией. Вот это, по-моему, очень интересная вещь. Да? Дальше пишет. Тофааму флаадзу шиэйн ла ахбэрэ бетолдотаам. Бетолдот аулам, слиха. И он говорит, что вот это потрясающий феномен, у которого нет ничего схожего. Для тех, кто учит язык, очень популярное выражение и в современном иврите вот называется «ах вэрэа». «Ах» – это брат, а «рэа» – это как бы близкий. Но в таком словосочетании это нет ничего подобного. Нет ничего подобного в истории народов. Когда формирование народа, да, производится как бы под прямым наблюдением, следствием, ашгаха, провидением Всевышнего, и мы видим, что этот процесс, он не случайен. Почему? Потому что мы все помним слова, которые звучат у нас у всех, да, в ушах, а именно то, что было сказано Аврааму. То есть Аврааму была начерчена историческая перспектива. То есть мы видим, что то, что произошло в Египте, это не некоторое следствие тех
той ситуации или тех причин, которые были именно в Египте. Почему? Потому что уже Аврааму было сказано, да, в Брит Бен Афтаим, что было сказано, но все это знают. «Еда ты даки гер и езер аха берц лолаэм». Знай наверняка, что гер пришельцам будет потомство твое в земле не их, берц лолаэм. «Вэ авдум вэйну там арбан отшана». И будут порабощать их, и будут угнетать их в течение 400 лет. Да? А дальше, а чем это закончится? Ведор рви яшувуэна, а четвертое поколение вернется сюда. Да, вот такое направление. Дальше. Пишет Рибоно Шель Ойлом, то есть правитель мира, Ашер Меотам Кумахшевотав, у которого как бы глубокие замыслы, в том смысле, что они зачастую скрыты от нас, и кими таамоба махшават хила. Он задумал, если так можно сказать, формирование своего избранного народа. Подчеркивая в этом, или мы можем видеть в этом как бы планирование, если так можно сказать, Всевышнего, две основные тенденции, два основные понятия, которые отличают рождение еврейского народа, да, от любого другого народа. Первое, вот такое слово называется «атована аха». «Атована» – интересное слово на иврите тоже, потому что «лаавин» – это понимать, это мы все знаем, да? Вот. А «авана» – это как бы это понимание. А более общее «тована» – это некоторая, это концепция, это более глобальное, чем просто понимание. Так вот, в чем заключается как бы первая концепция? Первая концепция «шээн ли даток и дэрэхатэва» о том, что рождение еврейского народа не должно быть естественным путем. «Выкольки юмот талуй вумет бэрцон ашэм». И все его существование, оно будет связано с желанием Всевышнего, а Гуэль Отоми Авдут Лахирут, который освободит его, зарождающийся народ, из рабства на свободы, и потом заключит с ним брит на Беар-Синай и приведет его в землю хорошую, которую он предназначит для него. И поэтому земля Израиля, она изначально приобретает другой смысл. Почему? Это не «эрец муледет». «Эрец муледет» – это то, что переводится практически дословно на любые языки, а именно «родина», там, где человек родился. То есть это та страна, в которой родились люди, принадлежащие к этому народу. Но здесь-то получается, что это не так, что это «эрец» пишет вот, то, что написано здесь жирным, «ло керец муледет бельват, эле керец абхира». Не только как место рождения, а прежде всего, как земля избранная для некоторого предназначения, куда должны как бы прийти евреи, пройдя определенный исторический процесс. Дальше пишет, «витуванашния». И вторая концепция, очень интересно. «Эн иуш базе улам клай». Очень, может быть, многие слышали эту фразу. Эту фразу часто повторяют, пересказывая как бы выражение Раби Нахмана. «Эн иуш» – в этом мире нету тотального отчаяния. «Иуш» – это слово очень наполненное очень сильной экспрессией. «Иуш» – это отчаяние. Так вот, Раби Нахман, да, одно из его выражений – «Эн иуш бэзэ улам клай». Нету в этом мире, в котором живут люди, нет места для, можно понять, либо тотального отчаяния, либо вообще нет места для отчаяния. То есть в каждом отчаянии, в каждой горести, в каждой беде, не дай бог, можно увидеть ростки чего-то другого. Это мое объяснение, да? И почему? Откуда это проистекает? Он объясняет, точно так же, как народ был освобожден от отчаяния, если так можно сказать, или от бедствий в Египте, как юхаль леколя царот ва есурим шот нахон ло. Так он сможет преодолеть все несчастья и бедствия,
которые еще уготованы ему. Витамит йомар лаацмо, и всегда скажет себе, в смысле народ, да, кэлашонам имрам амита шуграбы пикулам, как народное выражение, которое у многих на устах. Да? Те, кто был в Израиле, слышал, есть такое действительно популярное выражение, да, которое звучит так: «Авар ноэт пар он, авор гамэдзе». Есть даже известная песня, по-моему, это Мейр Ариэль. Проверьте, можете посмотреть в Ютубе, потрясающая песня. «Авар ноэт пар о, навор гамэдзе». А именно, «Авар ноэт пар о, мы прошли фараона, это тоже пройдем». И поэтому действительно, даже вы можете послушать в новостях, так, вся, когда люди говорят, и хотят сказать, да, сейчас у нас есть какие-то проблемы, но поскольку мы в свое время преодолели Пар-О, да, и аварнует Пар-О, то есть мы его преодолели и вышли оттуда, прошли его, это пройденный этап, то и это мы тоже пройдем. То есть вот это вот рабство в Египте, это некоторая модельная ситуация отчаяния, бедствия и так дальше, но который народ преодолел и который, по-видимому, будет служить вот этим маяком на протяжении всей еврейской истории. Окей, дальше. Очень интересно, пишет. «Ахло рак дмуто аихудит шелям Исраэль ба сефер шмот ламет эла». Не только уникальный образ, да, еврейского народа, книга «Шмот», она пришла нам рассказать, научить. «Эла». Она призвана нам рассказать об уникальном характере, если так можно сказать, владыки мира. Цур Исраэль вегуало. Оплота спасения Израиля. Почему? Объясняет. Потому что Бесефер Шмот, Мидгале, Ашем Идбарах. Потому что в книге Шмот Всевышний, благословенное имя его, он проявляется не только как Элоим. Элоим – это Буреолам, творец мира. Велораке Эль-Шадай. И не только как Эль-Шадай. Шадай – это тот, который пропитывает, дает пропитание всему сущему. Да? Вы знаете, что на мезузот, да? То есть коробочка, в которой клав, и она висит на евреев на двери, написано «Шадай». «Шадай», как бы по общему пониманию, это одна из ипостась, которую можно объяснить как тот, который дает пропитание всему миру. А, то есть не только как Элоим, и не только как Эль-Шадай, как мы уже поняли из книги Брешит, но и как, говорит Ханан Парад, Кейлоэ история, как Бог творит, который Бог истории, если так можно сказать, Бог, который творит историю, пишет: «Асолель натив гаула лаамо бешмо агадоль юткей вавкей», который прокладывает путь спасения, освобождения для своего народа, появляясь в имя юткей вавкей. То есть Ашем – это юткей вавкей, четырехбуквенное имя, непроизносимое, да, которое мы заменяем слово Ашем. Свойство которого, а мекапель бетухо, это шлита мимимат азман, который этот аспект Всевышнего, он содержит в себе очень важный параметр времени, а именно юткей вавкей, в этих четырех буквах, да, есть все буквы, которые... Секунду. Все буквы, которые составляют слова настоящее, прошлое, настоящее, будущее. А именно, а я – это прошедшее, хове – это настоящее, вее – это будущее. И поэтому имя Ашем Юд Кей Вав Кей, это, из этого можно понять одно из пониманий, что это Бог истории, тот, который творит историю. Окей, идем дальше. Пишет дальше Ханан Парад. Зеарас аганус бенеум шесам ашем битней моше берешит парашат вера. И он говорит, раз, это очень красивое слово на иврите. Разим, это синоним тайны. Есть тайна, это сот, да? А есть раз.
Раз это нечто, это драгоценная тайна. Вот, и именно вот такую тайну, да, вкладывает Всевышний как бы в свою речь, когда он обращается к Моше, в Парашат Ваира. И где сказано? Лахен эмор ливне Исраэль. Они юткей вавкей. Когда Всевышний говорит Моше, передай бне Исраэль, да? Когда Моше спрашивает, а как я им скажу вообще, кто меня посылает? На что им Всевышний говорит? Ты им скажи, что я юткей вавкей. Юткей вавкей из этого проистекает, а я ОВВИЕ. То есть Бог времени, Бог, который руководит историей, мимадом, то есть параметром времени. И из этого, из силы вот этого проявления Всевышнего, который не проявился в этом аспекте праотцам, пишет дальше, «Титбаце микан вилаха тохнита историта гдула». Вот именно через этот аспект, который Всевышний не открывался праотцам, а он открывается через Моше Лебейт Исраэль, общине Якова, которая формируется в народ, вот через этот аспект дальше будет осуществляться грандиозная историческая как бы программа, которая вся выражается в тех четырех, в тех пяти стадиях, аспектах освобождения, которые нам всем известны по бокалам, которые мы пьем в Песах, праздники свободы, а именно «Веоцете» – «И я вывел», «Вейцальте» – «И я спас», «Вегаальте», да? Есть разница между «Ацала» – «Вегеула». «Ацала» – «Ацала», как я понимаю, это спасение от физической погибели. Как, например, спасение в виде перехода через Красное море, да, когда гнался Египет. То есть это была опасность физического уничтожения. Но вот Гаальте, Геула, это освобождение не только физическое, но и на освобождение духовное. В Элакахте, то есть взял, принял к себе, в Эвете и привел. Да, и приведу, слиха, это все в будущем времени. И спасу, и освобожу духовно, и возьму, и приведу в землю Израиля. Вот эти пять ступеней, через которые будет раскрываться весь исторический процесс. И дальше пишет, из этой точки зрения можно определить книгу Шмот, книгу имена, как по-русски переводится, как книгу, а историография Элокит, то есть божественная историография. Шиино барак летает – это овдота история, которая не пришла или не только рассказывает нам, освещает нам или свидетельствует исторические факты, которые связаны, округот биетятмиса, которые связаны с выходом из Египта. Эла, а кроме того, Гам-Лаир – это философия шеля история. Осветить нам и дать нам понять философию истории, так как мы ее видим через божественное управление мира. Велегалот – это бегама элоким, лаким, ло, ам. И показать нам, предстать перед нами, да, божественную тенденцию или божественное желание – Лаким Лоам, сформировать ему народ, Ам Сегула, избранный народ, Ашере Е Махлекет Коаним, Бегой Кадот, которые будут царством священным и народником и народом святым, Лехоль Баеолам, для всех жителей мира. Как сказано, да, в книге Ишаяу, можете посмотреть, 43 глава, 21 стих, Амзу Яцартили,
народ этот сформировал я себе, вилоти и сопру, для того, чтобы они рассказывали мою славу. И дальше Ханан Парад говорит, что я от себя добавляю, да, как мы часто видим задуманный божественный план во всей его красоте, во всей этой мощи, он, я не хочу сказать, разбивается, но он претерпевает изменения, и как бы бефоль, то есть на практике, осуществляется не 100% так, как можно было сказать, как он был задуман Всевышним. А он претерпевает изменения в соответствии с поведением людей. И тут мы сейчас не будем, мы обсуждали это в истории про Йосефа и его братьев, очень интересная мысль о том, каким образом можно соединить, с одной стороны, божественное провидение. Мы видим, что Авраам уже было сказано, заложен, как бы деваться некуда, есть туннель времени, по которому идут как бы евреи, они обязаны попасть в Египет, и они их оттуда выведут, все как бы очевидно и понятно. А причем тут история Йосефа и его братьев? Да, то есть как бы можно сказать, что Йосеф никакой, у братьев нет никакой вины, что они упродали, хотели убить и так дальше. В чем-то, что это было как бы часть божественного плана. Но тем не менее, вот то, что тогда говорил Ханан Парад, мне очень нравится такой подход. Он как бы в одной фразе решает эту проблему, да, проблему, с одной стороны, детерминизма, когда все в мире как бы определено, заложено, и человек, игрушка, неважно, что ты будешь делать, как бы совершенно очевидно, что в общем, случится так, как это написано на судьбе, или как это еще иначе говорится. Он выражает это в такой фразе, о том, что божественное провидение, оно обозначает цель, куда должны прийти ли каждый отдельный человек и каждый народ, и в том числе еврейский народ. Но каким образом достигает человек этой цели, либо каким образом народ, в данном случае евреи, достигают цели, это зависит от конкретного поведения. То есть, грубо говоря, все перипетии Йосефа, братья его, снова все прочее, они определили конкретную историческую действительность, как это произошло. Но то, что должно было произойти, должно было произойти. То есть есть некоторая стратегия, есть некоторая тактика. Так вот, Ханан Парад говорит, что вот этот божественный план, который мы обсудили, да, он, естественно, в реальности сталкивается с многими проблемами. С проблемами, которые связаны с тем, что евреи, выйдя из Египта, они бунтуют, они протестуют, они хотят вернуться обратно, да, но и тем не менее он говорит, несмотря на все это, несмотря, да, и Тора не скрывает от нас, называется на иврите метах, вот слово метах, это слово, которое как бы, мурашки по телу, да, дрожь по телу, что такое метах? Метах – это напряженка. Например, электрическое вот напряжение тоже называется метах-хашмали. Да? Метах. Вот метах, мы видели этот метах, это напряжение в отношениях между, только что читали, да, между Йосеф, между братьями и Йосефом. Мы видим такой же точно метах, напряжение между Моше, как руководителем и народом, и между народом и Всевышним, который бунтует против него. Но тем не менее, в конце, Несмотря на хета-эгель, да, то есть пик такой, это служение золотому тельцу, несмотря на хета-мераглим, а именно грех разведчиков, которые отказывались и призывали народ не входить в землю Израиля, а оставаться как бы в Египте. Несмотря на все это, тем не менее, народ получает Тору на горе Синай. И это тоже не происходит просто. Почему? Мы знаем, что Моше разбивает первые скрижали. Но тем не менее он получает вторые скрижали. И в конце все равно народ получает скинию с Завета. То есть это все как бы очень сложный человеческий процесс, но мы видим, что если охватывать это некоторым общим взором, он идет по некоторому намеченному плану. Да? И мы видим, да, естественно, здесь мы должны это отметить, несмотря на то, что Моше Рабейну, он не упоминается в Пасхальной Агаде, как вы знаете, и место его захоронения неизвестно,
в отличие от мест захоронения праведников, которым как бы стекается народ, и там молятся, и все, и это места поклонения, ну, не поклонения, но, во всяком случае, места, когда прославляют Муше Рабейну, великий всех пророков. Не упоминается в Агаде тот, который вывел. Непостижимая вещь. Место его захоронения неизвестно. Здесь как бы вообще не ложится ни в какую как бы нормальную схему, когда должна быть как бы араца, поклонение и все. Культ, если хотите сказать. Никакого культа личности в принципе быть не может. Но тем не менее мы видим, что в книге Шмот Муше Рабейну, да, он, у него есть центральная роль, да, центральная роль, связанная с тем, чтобы передать, притворить божественный план евреям и осуществить его с трудностями, но тем не менее осуществить его. Да? И то, что написано в книге Таилим, это, можно сказать, основная тема Муше Рабейну, который все время повторяет это евреям. Это тема, как сказано в книге Таилим, «Кило и тош ашем». Это мог и нахалато ло язу. Не оставит Всевышний своего народа и нахалато, и его нахалато, в том смысле, имеется в виду, это нахала, это наследие, земельное наследие, да, не оставит. Это центральная тема. Ну вот как бы на самом деле я хотел на этом остановиться, там еще есть некоторые моменты, которые говорит Ханан Парад, но мне казалось, что вот эта вот основная тема, мне казалось очень важно как бы раскрыть, показать действительно такой вот глобальный взгляд на книгу Шмот, чем книга Шмот отличается от книги Брешит. Ну вот как бы на одной ноге, как принятое выражение «Аль-Регель-Ха», да, это вот то, что я хотел как бы сказать. Окей. Если у кого-то есть какие-то соображения, замечания, пожалуйста, сейчас самое место их задать. Окей? Ну, хорошо. Если народ как бы все понял, либо додумывает свои мысли, тогда, если вопросов нет, тогда мы на этом как бы сегодня заканчиваем, правильно? Оставайтесь на нашем канале. Мы через неделю встретимся. Те, кто учат иврит, у нас через где-то 15 минут начинается занятие, как раз связанное именно с проблемами осуществления божественного плана в отдельно взятой стране. А именно мы занимаемся ивритом, изучая или рассматривая новости дня, что происходит в Израиле. Все проблемы, которые связаны с формированием народа священников. Окей, ну хорошо. Всем счастливо и пока. До свидания.